Давайте на обогатый. Не могу назвать его. А в таком уйти на К нам приехал Андрей. Он уже внешний стайлинг сделал на своей машине. Это BMW E90. Сейчас вы можете увидеть кадры. Действительно, это очень красиво, это необычно. Таких машин практически нет в России, а уже с таким выхлопом точно. Потому что мы под этот задний диффузор, точнее, это бампер, целиком бампер, мы органично очень вписали черные насадки, сделали выхлоп, прокачали, в общем, со своей стороны. Андрей, спасибо большое, что доверил нам свою машину. Расскажи просто в нескольких словах, какие были у тебя этапы именно апгрейда машины? Апгрейды были долгие, все еще в процессе, машина все еще строится. Захотел выхлоп поставить. Чтобы поставить выхлоп, надо было купить обвес. Чтобы купить обвес, надо было убрать абсорбер. Все это поэтапно делалось. Вот сейчас довелось до такого результата. Да, и тут она занижена, получается, диски, да? Машина занижена, стоят 18-е диски на ней. Стоит новый салон. Салон приехал из Японии. Будет тоже переделываться. Салон будет перешит, потолок будет перешит. Установлен в машине монитор 12,5. Так что, да. Строим. В общем, когда у человека есть желание, из такого среднестатистического автомобиля можно сделать такую конфетку просто. Внешний и внутренний, которая будет просто радовать всегда, всегда приносить удовольствие, просто хотя бы посмотрев на нее. Я уже не говорю удовольствие от вождения на таком автомобиле. Скажи, пожалуйста, как ты выбирал компании по выхлопным системам? Компанию я выбирал очень долго, потому что некоторые предлагали, где звук мне не нравился, где не нравился внешний вид, как установят. Нашел ребят, мне все понравилось, приехал, мне проконсультировали, как все будет выглядеть, и я приехал. Скажи, пожалуйста, вот громкий звук, он связан в том числе и с какими-то дискомфортными ощущениями в салоне. Как тебе сейчас вообще? Первое время, да, было очень громко, но я сейчас привык. Сейчас меня устраивает. Сколько привыкал? Недолго. Где-то, наверное, неделю. Все внимание обращаю. Я доволен. Не знаю, что еще сказать. Советую всем. Скорее всего, будет еще ставиться шумоизоляция, чтобы было немножко еще потише, потому что резина на шипах сейчас и в машине очень громко. Спасибо, Андрей, большое за обращение и за доверие к нашей компании. Спасибо вам. Спасибо. Будем вас рекомендовать. Все. Супер. Ребят, если вы хотите прокачать выхлоп на своей машине, обязательно ищите компанию по отзывам, по знакомым, по друзьям. На Drive 2 зайдите, не поленитесь, потому что все-таки звук выхлопа и стайлинг именно выхлопной системы, он очень важен. И вы видите, как сейчас все вписывается органично в этот как раз новый бампер. Действительно сложная работа, потому что там нужно было, во-первых, убрать абсорбер, во-вторых, найти этот бампер, и в-третьих, подобрать насадки, подходящие под бампер. И, конечно же, звук. Насадки и звук — это к нам.